Премьера спектакля «По соседству мы живем» бурятского драматурга Степана Лобозерова состоится 28-29 октября в Русском театре. Постановка приглашенного режиссера из Санкт-Петербурга Владимира Голуб, уже известного якутянам по постановкам. 13-й номер «Свои люди, сочтемся», «Голодранцы и аристократы», «Тетки», «Красотка и семья». На сцене возникнет конфликт между деревенскими соседями. Это пьеса о любви, способной противостоять вражде и ненависти, независимо где и в какие времена она происходит. Произведения Степана Лобозерова ставились во многих театрах России, но на сцене Русского театра за 22 года это будет 12-я постановка. Его пьесы написаны в хорошем смысле ловко. Там есть материал для актеров, что поиграть, на чем поработать. И поэтому он так он довольно широко шел по стране. И вообще, мне кажется, эта пьеса такой, я вижу некую такую связь между Шекспиром и Ромео и Джульеттой. Развеселить людей, вызвать улыбку, разогнать настроение труднее, чем вогнать в меланхолию и в слезу. Поэтому здесь надо хорошо потрудиться, чтобы все это было. Вот мы трудились, не знаю, что получилось.